Алла Пугачева показала себя без парика и грима. Примадонна опубликовала смелые фото в Инстаграме. С легким паром. Завтра с чистой совестью пойду на выборы, написала в своем блоге Алла Пугачева, выложив свой снимок без фирменных париков и макияжа. Судя по мокрым кудряшкам звезды, Алла Борисовна сфотографировалась для поклонников сразу после душа или бани. Редактор, фанаты легендарной певицы заметили, что в последнее время обеспокоенно выкладывает свои фото без боевой раскраски. Мол, после завершения концертной деятельности Пугачева может позволить себе жить и появляться в свете, как ей удобно. Я сейчас, как живу, так выгляжу, одеваюсь. Это ж не сцена, где нужно в рабочей одежде выходить, заметила в недавнем разговоре с журналистами на презентации бутика Валентины Юдашкины 68-летняя Алла Пугачева. Напомним, после рождения младших детей Алла безусловно открылось второе дыхание. Певица помолодела, постройнела, но и стала реже выходить в свет. Сейчас звезда почти все свое время посвящает Гарри Лизе. Правда, иногда выходит на сцену, поет на корпоративах, на сборных концертах у друзей. Сцена лечит, а дети молодят, говорит о своем сегодняшнем состоянии Алла Борисовна.